Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування та активної участі у подальшому ефірі в вигляді спілкування із військовим експертом, полковником запасу Збройних сил України Романом Світаном. Долучайтеся, шановні, не лише прослуховуванням на радіоприймачах, але й участю, як я говорив, на YouTube-платформі, тому що вона може бути активною, ця участь. В чому полягає активність? Підписуйтеся на сторінку радіо НВ у YouTube, пишіть відтак, отримайте можливість писати свої коментарі. І ставте у коментарях запитання до Романа Григоровича Світана. Він, думаю, радо відповість на всі ці запитання, тому що далі впродовж однієї години ми працюємо в прямому ефірі. І, звісно, що обговорюємо одну з найчорніших сторінок нашої історії останнього часу. Це 6 червня, знищення греблі Каховської, греблі дамби Каховської гідроелектростанції. Проте не будемо спекуляцій тут на тему цього проводити, що, де, як, коли, навколо. Шалені руйнування, шалені збитки. Люди не можуть вибратися, особливо на лівобережжі Херсонщини, зі своїх помешкань, тому що їхні будинки затопило. І ця біда лише... Продовжуємо ми оцінювати наслідки цієї трагедії, яка сталася. Та з паном Романом обговоримо насамперед воєнний контекст того, що сталося, і як це може вплинути на подальші плани Збройних сил України. Пане Романе, мої вітання вам. Привітаю. Отже, як би ви оцінили воєнне значення ось такого терористичного акту, який вчинили росіяни зі знищенням дамби Каховської ГЕС, і як це, як я сказав, вплине на подальші плани Збройних сил України? Чи зупиняється якось наш наступ, наші можливості наступу на півдні Херсонської області? Росіян був вибір між форсуванням Дніпра українськими військами в ближайшее время і уничтоженням своїх позицій на лівому берегу. То есть удержать наши войска, которые были готовы форсировать Днепр в районе Каховки и в районе Херсона, они не смогли бы. Потому приняли с их точки зрения решение по подрыву дамбы, выбрали меньшее зло, как они, по крайней мере, для себя это видят. Меньшее зло они уничтожили на левом берегу свои укрепления, но как минимум на месяц отсрочили движение наших войск направлении. Вода сейчас уже пик прошел, будет сходить еще где-то дня 3-4. После того, как сойдет вода, где-то несколько недель это все будет подсыхать, просыхать, то есть двигаться через эти затопленные уже и сошедшие водой земли будет невозможно. Потому как минимум на несколько недель россияне вот отодвинули сроки нашего наступления в районе Херсонской области, то есть форсирование Днепра или Каховского водохранилища. Но посмотрим, как будет развиваться событие. План Б у нас точно есть на такого рода действия. То, что россияне были готовы взорвать Каховскую гидроэлектростанцию, это было понятно с прошлого года. И год назад, когда они ее захватили, они тут же проминировали машинные залы, ну а потом в течение года нахождение на станции, они еще больше ее заминировали, нашли определенные механизмы, как ее подорвать уже на 100% для сброса, вот, и, ну, выполнили эту задачу. С военной точки зрения, ну, они вот задержали наши войска, но только на Херсонском направлении, причем сейчас та часть резервов, которая была у нас на Херсонском направлении, готова, допустим, к форсированию Днепра и выходу сразу на Армянск, в Крым. Она сейчас может быть использована уже на Запорожском фронте, на Донецком фронте. То есть усилит интенсивность боев на этих трех Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Потому у нас этот режим в военном, он просчитываемый был. Не удалось, просто не успели, скорее всего, наши силы спецоперации обезопасить Каховскую гидроэлектростанцию. То есть россияне понимают, что в ближайшее время может быть как раз такого рода действия. Подорвали станцию до того, как мы смогли ее как-то повлиять на саму ситуацию. Ну, будет развиваться ситуация теперь в ближайший месяц в основном на восточном направлении, на восточном фронте.
От, до речі, у нас з'являються вже коментарі у чаті до трансляції. Друзі, я вам нагадую, що ви можете ставити ці запитання до Романа Світана. Пане Романе, ви сказали, що наші сили спецоперації, очевидно, не змогли провести ті відповідні дії, щоб унеможливити такі вчинення таких терористичних актів з боку Російської Федерації. Проте глядач з Ніком Філософ цікавиться, ну, от в Україні є науковці, які знають інженерні рішення в разі підриву дамби. Чи можна було щось за 15 місяців зробити? Чи скажімо так, з гідністю ми виходимо, і в тому числі і в воєнному контексті, із цієї ситуації, на вашу думку? Ну, а с точки зрения инженерии, то есть ничего нельзя было сделать, так как россияне именно с левого берега, они и сама гидроэлектростанция находится с левого берега, они полностью ее контролировали. То есть и минирование, и все остальное, ну, практически ничего нельзя было сделать, так как за воду, вот сколько мы ее не удерживали, но тогда пришлось топить Киев, топить Днепр, ну, то есть мы не могли удерживать воду по всему каскаду, весеннее половодье, пришлось ее все-таки сбрасывать. И наполнилось Каховское водохранилище. Причем то, что россияне последнее время готовились к подрыву, они готовились где-то в течение как минимум 2 недель. С Олешек начали вывозить тяжелую технику, даже оборудование разное, такое дорогое, там, холодильник, ну, связанное с промышленными некоторыми моментами. То есть они готовились, а дня за 2-3 уже начали из ближайших поселков к Днепру уже вывозить, уже перестали стиральные машинки с унитазами снимать, они уже начали по-крупному, по крайней мере, работать. Это было тоже видно, подготовка к сбросу, вернее, ко взрыву. Но и сброс воды в последнее время россияне прекратили. То есть те камеры, которые могли бы сбросить воду с Каховского водохранилища, они их застопорили, набирали воду специально, скорее всего, для того, чтобы вот выполнить такого рода действия. Наши войска были на некоторых островах южнее Херсона. То есть была готовность к форсированию, они это видели прекрасно, но и готовность была, скорее всего, к обезопасиванию Каховской гидроэлектростанции. Ну, очень сложно это было сделать. Ну, и у россиян прямая инициация. То есть здесь, в принципе, они за долю секунды приняли решение, подорвались. То есть ничего нельзя было. В этом смысле нельзя было сделать. Ну, а инженерия здесь, ну, никак не помогла бы. То есть управление системами сброса воды было у россиян. Они подымали, не сбрасывали Каховского водохранилища, а именно подымали воду перед взрывом. З ваших слів я розумію, от ви кажете, що зараз частка підрозділів може бути передислокована на Донеччину, на Запоріжжя. Відтак я розумію, що, вочевидь, ну, справді найближчим часом цю ділянку лінії бойового зіткнення росіяни для себе убезпечили від українського наступу, правильно? Так і є. Вони відійшли одразу на третю лінію оборони. Третя лінія оборони, опять же, одразу вони її готували під зрив і під розлив. Тобто третя лінія оборони у росіян вдоль Дніпра, Каховского водохранилища, ну, южнее Каховского водохранилища, она расположена за зоной затопления. Потому они на нее отошли и сейчас удерживают по третьей линии обороны. Ну, впереди гладь воды, потому им беспокоиться сильно не о чем. Но так как на этом участке фронта у россиян было самое меньшее количество сил и средств, то есть они там и не располагали большим количеством, понимая, что у них в любой момент есть кнопка по взрыву гидроэлектростанции, и они создадут эту проблему, потому то количество войск, которое было на Херсонском направлении, оно там и осталось, они никуда их практически не двигают. А вот мы, конечно, можем сейчас перебросить резервы на восточное направление. Є на запитання від нашої глядачки Олесі Кохан, котра от цікавиться. Ви кажете, що залишаються ті ж самі підрозділи, які були на лівобережжі у окупантів. А от пані Олеся цікавиться, чи можливо, що підривом греблі росіяни прикривають таким чином свій відхід з лівобережжя для того, щоб, ну, якось виправдатися, знаєте, перед своїм керівництвом, що, мовляв, ситуація трагічна, нам потрібно відступати. Є одна из причин, почему могли подорвать, это как раз для того, чтобы прикрыть отход войск российских с Херсонского направления.
прикрыть с военной точки зрения, так как отводить подставку такой территории опасно для армии, особенно если, допустим, мы бы начали форсировать Днепр, им пришлось бы бежать, очень бы много россиян попало бы в плен, оставили бы всю технику, ну и было очень много погибших со стороны России. Потому могут прикрывать вопрос подрыв гидроэлектростанции и создание такого экоцида. Может ли военно-политическое руководство России использовать для, допустим, ну, это вопрос, надо просто будет посмотреть за развитием ситуации. Но если они сейчас именно так, в таком контексте начнут информационную кампанию, что вот ушли, потому что там взорвалось, значит, тогда они еще и для этого взорвали, в том числе и для этого взорвали дамбу, для того, чтобы прикрыть в информационном потоке свой ответ. Возможность есть, где-то 50 на 50, чтобы вообще уйти из запорожского направления. Пане Романе, є запитання від глядача Валерій, котрий запитує, а от чи можна зараз щось зробити для того, щоб якось інтенсивніше викачати воду, покращити ситуацію в навколишніх містах, тому що лівобережжя Херсонщини, звісно, затоплює зі страшною силою. Однак, я думаю, що багато з наших глядачів та слухачів були вже свідками ранкового відео, як під Олешками люди, сидячи просто на даху будинку їхнього затопленого, чекають, коли зійде вода, і вони, дивлячись на дрон, благають щось їм якось допомогти. Так ось, до речі, зараз з'явилася просто інформація. Це фантастична, насправді, робота. Відео 406-ї української бригади Збройних сил України, котрі за допомогою Мавіка цієї сім'ї спустили пляшкою з водою для того, щоб вони, бодай, мали питну воду, тому що, ну, інакших способів до існування немає. Ну, і це, можливо, дозволить їм перечекати цю негоду, щоб вода зійшла. Але чи є зараз якісь способи для покращення, для інтенсифікації цих процесів? Это нереально. Миллионы тонн воды. Просто нереально. Никакие насосы, никакие инженерные сооружения не помогут. Здесь только естественный спуск. Он 3-4 дня будет происходить. Я думаю, даже через день-два уже будет попроще. И людям, которые сейчас на крышах домов, им надо просто пересидеть. Называется. Ничего другого не сделаешь. Ну, а те ребята, которые помогают, надо интенсифицировать эту помощь по возможности, по крайней мере. Россиянам до наших украинцев дела нет, они сами ноги уносили. То есть и сейчас по сухому по третьей линии обороны сидят, смотрят, тоже наблюдают за этой бедой, которую они нам принесли. Здесь только время. Я думаю, через несколько дней оно все уляжется и будет решать вопросы уже спасения населения, на левом берегу в том числе. Шановні глядачі, наші та слухачі Радіо НВ, закликаю вас долучатися до участі в цьому стрімі, спілкуванні з Романом Світаном. Ми працюємо в прямому ефірі, тому заходьте на сторінку Радіо НВ, підписуйтеся на нас для того, щоб отримати можливість ставити запитання. Обов'язково заходьте, власне, на саму трансляцію цього стріму, спілкуванні з Романом Світаном. І, звісно, далі, проставляючи лайки, не забувайте про таку активність, тому що багато з вас дивляться і лише шоста частина поставили вподобайку, пишіть свої запитання. Отже, ми продовжуємо. Глядач, користувач з ніком NoName цікавиться, наскільки опасність зараз з'являється для київської дамби? Ну, опасності для любої дамби, на якій немає росіян, ніякої немає. Всі дамби, вони ні одну практично невозможно розрушити без хорошої авиаційної бомбардировки, підготовки, то есть это просто нереально. Дамби всі, які строїлись, не строїлись з учетом вообще удержать любую бомбардировку даже с воздуха. То есть это надо сильно довго стараться для того, чтобы, допустим, бомбардировщиками непосредственно сбрасывающими на дамбу бомбы сверху разрушить. То есть никакой проблемы для дамб остального каскада, то есть всего каскада Днепровского нет, там нигде нет россиян. А есть возможность, допустим, как-то, может быть, уменьшить количество воды, если есть такая возможность, закрыть шлюзы Запорожской Днепрогресса. То есть не сбрасывать воду для того, чтобы ускорить уход, сход воды с какого-то водохранилища из Днепра. Вот это единственное, что можно сделать, пока вот
скорее всего, это уже сделано. То есть шлюзы должны быть закрыты для того, чтобы не наполнять это. Ну, тут просто питання, я так розумію, більше в тому, що про що говорив напередодні очільник наших об'єднаних сил Сергій Наєв, котрий казав, що раніше окупанти вже пробували здійснити різноманітні диверсії на інших дамбах. Тобто ми розуміємо, що по цілому Дніпру є цілий каскад відповідних греблей. І відтак, тобто я так розумію з вашої відповіді, що якщо там немає фізично росіян, то загрози їм такої немає. Авіація туди не долетить, ДРГ туди, ну, теоретично може, що вони туди зайдуть, але чи зможуть вони стільки вибухівки туди закласти? Ну, це так трішки з області фантастики, тим паче, що всі ці об'єкти охоронювані. Правильно, пане Романе? Так і є. Тобто, навіть ДРГ, яка може повністю захватити будь-яку з дамб, вона її не підорве для того, щоб такий підрив произвести, як це було з Каховської ГЕС. Туди треба несколько пунктів п'ятки загнати. Причому навіть не бойової, а, допустим, п'ятки горної. Вот, скорее всего, что сделали россияне, они несколько тонн взрывчатки горные, потому что они захватили несколько складов с взрывчаткой, которой на горно-обогатительных комбинатах подрывают пласты, которые перемалывают. То есть вот, это вот этой взрывчаткой подорвана Каховская гидроэлектростанция. Это очень много взрывчатки вот именно такого уровня. Що ж, продовжуємо нашу роботу. Друзі, пишіть свої запитання у коментарях. Так, є ось таке запитання з вашою оцінкою від Сергія Мацехи, пане Романе. Чи може ця катастрофа бути приводом, що нам нададуть, наприклад, американці свої ракети Томагавк та інше озброєння, яке буде набагато більш болючим для росіян? Тому що, зазначає пан Сергій, що рік тому американці попереджали про такі подібні провокації. Це просто злочин проти людства, який навіть спільнота «Інформнапалм» прирівняла до наслідків цього руйнування внаслідок знищення дамби Каховської ГЕС до удару тактичною ядерною зброєю. Так от, чи може бути таке, що, відповідаючи на запитання пана Мацехи, що американці дадуть більш серйозну зброю? Ну, смотря для чого. Для того, щоб томагавками подорвати якісь каскади у росіян, допустим, гідроелектростанції або дамб, не дадуть. С такой задачей точно не дадут, там мы такую задачу и выполнять не будем, мы же не россияне. А вот для того, чтобы обезопасить себя, допустим, от некоторых ракет, которые есть у россиян, и от производства, уничтожить производство техники российской, для этого могут. Томагавки идут на расстояние больше 2000 километров, а вот как раз это расстояние до Урала. Вот Урал, он завод, который выпускает танки, российский основной завод. Можно достать и уральские заводы, и до Урала там хватает заводов по производству. И ракет, в том числе, ракеты вообще под Москвой производятся в Дубне. А там и центр ядерных исследований в Дубне, то есть и в Коломне, там рядом. Вот томагавков для этого хватит, чтобы эти предприятия по производству военной техники. Если с такой позиции, допустим, подходите как-то поднимать вопрос, нужно просить, запрашивать какую-то технику дальнюю. Продовжуємо нашу роботу. Друзі, пишіть обов'язково свої запитання у чаті до трансляції на сторінці YouTube. Пане Романе, а чи багато, на ваш погляд, Ізмірович Степан цікавиться, під час руйнування ГЕС було підтоплено або зруйновано важливих воєнних об'єктів окупантів? Тому що напередодні, під час прес-конференції президента, ми почули, що Володимир Олександрович сказав, що росіяни, які були на позиціях на лівобережжі, самі, вочевидь, не були зовсім так готові до цього, і в них там є пошкодження і техніки затоплення, техніки їхніх позицій і особового складу. То наскільки ці значними можуть бути ці руйнування? Они начинали отходить, но, скорее всего, не успели. Дело в том, что взрыв Каховской ГЭС все-таки был не совсем планируемым. То есть они взорвали, понимая, что мы в ближайшее время можем ее, допустим, отбить или как-то нейтрализовать этот взрыв. Потому подорвали и часть, ну, чуть ли не половину российской армии еще была не готова отходить. То есть половина ушла, тяжелая техника ушла, а вот подразделения россиян на левом берегу, особенно на первой и второй линии, еще не были готовы, даже некоторые и не знали. Они там отходили по определенному плану, то есть сначала такие более-менее элитные части с хорошей техникой отходили,
ну, а те, которые попроще, из стрелковых подразделений, их должны были бы отводить в самый последний момент. Получилось так, как получилось. То есть подорвали сразу, понимая, что они затоп, то есть они подрывали электростанцию, прекрасно понимали, что они потопят часть своих войск вместе с техникой, ну, людской ресурс. Ну, о российском мясе россияне никогда не заботились, у них бабы еще нарожают, там больше 100 миллионов человек, потому это для них расходный материал, и никто даже не думает о том, что они будут затоплены и уничтожены сами же себя. Где-то в районе половины войск, которые сначала располагались на первой и второй линии обороны, были этой водой уничтожены российских войск. Ну а половина все-таки отошла на третью линию обороны. И вот эти сейчас располагаются вдоль третьей линии обороны. Потому здесь 50 на 50. Отже, є запитання у нас, дуже багато запитань, друзі, пишіть їх, продовжуйте, не цурайтеся, ставте так само принагідно лайки до цієї трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Відтак, Максим Вірт каже, а от чи можна припустити, пане Романе, що зараз якось форсувати українським силам Дніпро, поки росіяни там по деревах, як він пише, сидять, ось цих 50 на 50, і під шумок якось їх несподівано застати? Дело в том, что это такие операции для диверсионно-разведывательных групп, они могут сейчас проводиться на катерах, допустим, но это не масштабные операции, то есть это точечного плана. И опять же, если кто-то сидит на дереве, он вторые сутки, если на дереве сидит, он где-то уже становится птичкой, свьет себе гнездышко, там будет еще понимать, что ему придется там сидеть несколько дней, если вообще понимает, что происходит. Потому плавать, вернее, ходить по этому месту, там несколько километров воды, ну, смысла нет большого, по крайней мере. Сейчас форсировать Днепр точно невозможно, и как минимум около нескольких недель невозможно будет его форсировать. Потому я не думаю, что эти операции будут масштабные. Хотя попытки, конечно, будут. У нас есть плавсредства, есть диверсионно-разведывательные группы, есть операции морской пехоты, Главное управление разведки Министерства обороны, Нацгвардии. То есть сейчас вся спецура, она может немножко покуражиться, по крайней мере, уже над россиянами. Ну, посмотрим. В сводках каждый день, в принципе, должны это такого рода действия будут отображены в сводках Генштаба. Очевидь, помста за підрив дамби буде дуже серйозною. І наші глядачі одразу мають таку законну ціль. Бенкер пропонує, а коли уничтожить Кримський мост? І має ли це смисл? Це я вже так трішки домислюю, що це, очевидь, така рівноцінна ціль, хоча ясно, що економічні наслідки, соціальні, все те, що ну, взагалі просто приходом своїм на нашу землю росіяни принесли на нашу територію, це ні з чим не можна порівняти. Але ну, Кримський міст, пане Романе. Ну, военные никогда не решают вопросы там ответки, мсты какой-нибудь, да, то есть мести какой-нибудь, и это немножко не к военным. Военная армия всегда работает согласно плана, исходя из тех задач, которые были поставлены. То есть месть — это больше к политическим или гражданским каким-то моментам может быть. Уничтожить Крымский мост нужно было сразу, как у нас появились средства поражения, которые могут достать до Крымского моста, и появилась возможность. Не всегда есть возможность. То есть, имея средства поражения, но понимая, что они будут, допустим, уничтожены, то нет смысла их использовать. А Крымский мост открыт со всех сторон системой ПВО. Как только найдем ключик к этой системе ПВО, однозначно надо его уничтожить. То есть, надо было еще вчера, позавчера, год назад сразу уничтожить, построили. Так это военный объект, через него движутся 30% военных грузов, тех, которые заходят через Крым и в Крым, и через Крым на Херсонскую Запорожскую область. Я думаю, он будет уничтожен, как только появится у нас, ну, первая политическая воля, потому что последние заявления по поводу Крымского моста не совсем понятны, которые идут из ГУРа, были из политического истеблишмента нашего, оставить Крымский мост для того, что для комфортного выхода россиян из Крыма. Ну, это немножко не по нашу тему, когда еще комфортный выход им организовывать. Доплывут. Тот
захочет жить в России, доплывет, переплывет, найдет механизмы, по крайней мере, с Крыма уйти на Тамань. А вот уничтожить надо сразу, как только появится такая возможность. Посмотрим за развитием ситуации. Повертаючись до теми, звісно, що підриву дамби Каховської ГЕС, є запитання від наших глядачів. В'ячеслав, наприклад, Королюк ставить таке запитання. Що ще можуть зробити московити, що ми не знаємо, і що може бути надзвичайно небезпечним? Ну і, звісно, в контексті цього напрошується інше запитання від глядача з ніком «Медіаспостерігач». Чи може бути так, з таким самим розрахунком підірвана і Запорізька атомна електростанція? Ну, дело в том, что подрыв Запорожской атомной станции не принесет россиянам с военной точки зрения вообще ничего. Так как подрыв этой станции будет облако определенное. Там движение масс воздуха в основном, если оно достанет, то у них течение оно достанет однозначно типа Чернобыльской, допустим. То есть дойдет до струйных течений, а струйки там будут тянут это все в Ростова. То есть Крым, Ростов, Тамань накроет их. Это как в свое время Чернобыль, когда взорвался, накрыло же Брянскую область. Ну, то есть поднялось там струйное течение, которое зацепило это облако и высыпало на Брянскую область. А вот от Климова до Сечи было заражение. Вот то же самое будет и по Запорожской атомной. То есть поднимет облако и дальше высыпет от Крыма до Сочи. То есть навсегда называют, теперь засыпет. Потому я не думаю, что они будут на такие действия идти. Это вот только из последствий. Военных абсолютно. Вот подрыв Каховской ГЭС, здесь есть военная целесообразность. По крайней мере, на ближайший месяц. Вот с военной точки зрения. А вот подрыв Запорожской атомной с военной абсолютно ничего не даст россиянам, но создаст страшнейшие, сильнейшие проблемы Росатому. Росатом после такого рода действий, а они сейчас взяли на себя ответственность за Запорожскую атомную, они там половину сотрудников принудили подписать контракты с Росатомом. То есть любые действия такого уровня тут же на Росатоме ставят крест, а он обслуживает не один десяток реакторов, строит сейчас 4 реактора в Акую в Турции, 2 реактора в Пакште в той же Венгрии, и обслуживает не один десяток реакторов, поставляя туда свои сборки ядерные. Это десятки миллиардов долларов. Ну, это ни в какие сравнения с какой-то, допустим, даже информационной или там политической целью по подрыву Запорожской атомной. Я не думаю, что Запорожская. Вот что они могут еще сделать, уже готовы, это подорвать в районе Армянска титан, крымский титан. Там кислотоприемники, там определенные емкости с реагентами, с хлором. Вот подрывом крымского титана перекрыть на определенное время, когда пока наши войска, допустим, уже в костюмах химзащиты и с определенным химической обороной проходить этот переход, то это не могут. Потому вот следующее, что они реально могут сделать и уже готовы сделать, это подрыв крымского титана. А больше, в принципе, по оккупированной территории уже нет ничего такого, чтобы как-то повлияло на продвижение украинских. Есть несколько там могильников на Донбассе, но это опять та же картина. Если они хотят подрывать, то эти могильники, там химические их отходов, то весь облако с подрывом, это за счет того, что массы движутся, воздушные массы движутся с запада на восток, оно все уйдет на Ростов и на Кубань. Ну, то есть тоже с этой точки зрения смысла подрывать это могильники нет. Самим себе в голову выстрелить.
Ну і, до речі, я ще хочу нагадати нашим слухачам та глядачам, що це, між іншим, вже не перший випадок, коли підривається дамба водосховища. Буквально кілька тижнів тому. Так, це менше водосховище, Карлівське. Населений пункт Карлівка на Донецькому напрямку, це Донецька область. І там було підірвано якраз греблю однієї, ну, власне, дамбу, яка перешкоджала, яка стримувала воду у Карлівському водосховищі, і, відповідно, кілька населених пунктів на північ, на південь, перепрошую, від цього водосховища було підтоплено внаслідок прильоту російської ракети чи то снаряду, не знаю, що точно саме це було, але росіяни її знищили. Проте зараз, звісно, що масштаби руйнувань внаслідок знищення Каховської дамби, це вони набагато більші, але я просто нагадую, і про це ми теж говорили в ефірах неодноразово, що такі дії вчинялися. Отже, продовжимо нашу роботу. Пане Романе, є зараз дані про те, що, і, зокрема, російські телеграм-канали зазначають, що знову відбуваються бої на території Нової Таволжанки в Білгородській області. Тобто російські добровольці продовжують свої рейди територією власної країни, Білгородщини. Відтак, наприклад, Максим Вірт, наш глядач, ставить запитання. На основі того, що от як повпливає підрив дамби на подальше просування Збройних сил. А можливо, нам взагалі навіщо форсувати три лінії їхньої оборони? А відразу на Москву через Білгород супротиву зовсім ж не буде. Ну, все діло в задачах. А смисл нам двигатися на Москву, тобто українським військам? Ну, зайшли ми в Москву, ну, розрушили Кремль, розрушили Москву. А що це поможе освобождению Крыма или, допустим, российская армия как стояла, так и будет стоять. Я не думаю, что украинским войскам есть какой-то вообще смысл перейти российско-украинскую границу вот с такого рода задачей. Есть смысл один, если, допустим, освобождать Донбасс, оптимально это выходить вдоль Северского Донца на Дон, и дальше на Россию, заходить на часть российской территории, только вот с такой задачей прикрыть реками один фланг реками и дальше отвязать Донбасс от России. Такой есть смысл, по крайней мере. А ходить на Москву с украинским войскам нет никакого смысла. Вот россиянам, допустим, тем, которые видят себя или так начинают заниматься освобождением России, ну опять надо понимать, каким освобождением, это очень важно. Если легионы за свободную Россию хотят видеть Россию в качестве империи дальше, свободную, но, допустим, от Путина или от какого-то режима, так а кто из нас, украинцев, хочет видеть вообще российскую империю? Для нас это враги, которые латентные, по крайней мере, пока враги, но потом они определятся и станут врагами, и дальше ждать, когда очередной Путин зайдет на правление этой империи, которая опять стряхнет какую-то книжку, прочитает про Киевскую Русь и захочет вернуться в Киев, мать городов Русь. Это только еще раз повторить только то же самое для наших детей, внуков, правнуков. Потому для нас надо четко понимать, нам надо разрушить Российскую империю. И потому, если кто-то там за свободную Россию, так мы против России в любом смысле, свободной России, несвободной России. Нам она не нужна. Вот люди, которые, допустим, за свободную Белгородщину, Белгородскую землю, да, это может быть, как-то можно помочь и понять, по крайней мере. За свободный Татарстан, за свободную Ичкерию, Башкирию. То есть есть много республик и государственных образований, которая поработила Российская империя. Вот это можно как-то понять, по крайней мере. Я не знаю, поддерживать или нет, но понять это можно. Поэтому те легионы, которые сейчас, слово легион, те группы, которые сейчас выполняют задачу, допустим, деоккупации Белгородской, допустим, Народной Республики, ну да, можно, по крайней мере, понаблюдать, может даже чем-то помочь. Но если это именно в таком разрезе стоит Белгородская Народная Республика, проведите, посмотрите, как делал Путин, для того, чтобы у россиян не было вопросов к тем людям, которые будут освобождать Белгородскую Народную Республику.
Надо не изобретать велосипед, а делать, как делал Путин. То есть... Пане Романе, вибачте, я вас переб'ю, просто от, знаєте, час від часу ваші відповіді так трішки зникає звук. Можете спробувати поправити свій мікрофон, можливо, і тоді, щоб наші глядачі просто і слухачі краще могли до вас дослухатися. Отже, говоримо так про рейди на території Білгородщини. Я так розумію, що пан Роман підтримує тільки рейди, якщо вони за російський сепаратизм, так? Так точно. Вот те рейды, которые идут на развал Российской империи, да, это наша тема, так сказать. А все остальное, освобождение России, оставление ее в таких же рамках, это наши противники, будущие враги, причем мы их сейчас можем сами снабдить и поддержать. Я думаю, это неправильное движение. А сепаратизм, да, вопросов нет. Белгородская народная республика, ну вот это понятно. Белгородская земля, не важно. Воронежская земля, Курщина, Брянщина, Ростов, Кубань. Это все понятно. Ну и дальше по нарастающей. Это если боевые буряты дойдут до свободной Бурятии, это коридор из Азова на Байкал. Тоже можно поддержать. Друзі, пишіть, будь ласка, свої запитання до Романа Світана. Ми працюємо, нагадую, в прямому ефірі на YouTube-сторінці Радіо НВ. Звісно, виходимо і на радіохвилі. Проте ті, хто може долучитися до трансляції на YouTube, закликаю вас саме це і зробити. Тому що, підписавшись на Радіо НВ, ви можете поставити запитання Роману Світану і отримати на нього свою, власне, фахову відповідь. Дивлюся, що зараз лише п'ята частина, до речі, із вас, хто дивиться, поставили вподобайку цьому відео. Тож не цурайтесь підтримати нашу трансляцію лайком. Ми ж продовжуємо нашу роботу і до новин міжнародно-політично-воєнного характеру, воєнно-технічного співробітництва, як це називається. Адже, пане Романе, до вас профільне запитання. От з'явилася новина про те, що Австралія може передати і веде переговори зараз зі Сполученими Штатами та Україною про передачу Києву 41-го винищувача американського виробництва А-18 Hornet. Що це за літаки? Чи допоможуть вони нам? 41 одиниця, це, в принципі, задовольняє в якійсь мірі навіть наш найближчий запит. Та чи про те, чи це є альтернативою А-16? Дуже багато запитань на цю адресу, тобто я їх збираю в таке збірне поняття от про А-18. Це приблизно однотипні машини, просто FA-18, два двигателя. А задачі вони виконують однакові, що F-16, що FA-18. Просто этот самолет в основном использовался военно-морскими силами, он разрабатывался как палубный вариант, там есть стартовые аэрофинишеры с палуб, то есть ну, нам в таком смысле мы вряд ли будем его использовать, но этот самолет он заменил бы F-16, тем более в таком количестве. Что такое 40 самолетов? Это бригады, это три эскадрильи плюс самолеты управления, 40-41 самолет. Скорее всего, там еще «Спарк» есть в этой бригаде, по крайней мере. Самый номинальный вариант для обслуживания авиационной техники – это 40 самолетов. Для них есть смысл разворачивать технико-авиационные части, подготавливать инженеров для выполнения задач уже обслуживания такого рода самолетов. Для одной эскадрильи нет смысла, очень дорого получается. А для трех эскадрильей – для одной бригады. Самый оптимальный вариант, почему, в принципе, все страны и армии, как таковые, они в основном закупали вот такое количество, то есть 40 самолетов, вот у F-16 у поляков 48 самолетов, то есть уровень 40-50 самолетов, номинальный режим для инженерно-технической эксплуатации этих машин. Чуть мощнее машина за счет двух двигателей, чуть тяжелее, там раза в полтора. Но боевую нагрузку примерно несет такую же, как и F-16, те же 9 точек подвески, примерно одинаковая авионика, чуть больше уклон на бомбардировочное вооружение. То есть там есть специальные прицелы для работы по земле и бомбами, управляемыми, ну и ракетами, то есть в режиме штурмовика. Но как платформа для ракет воздух-воздух, то есть в режиме перехватчика и истребителя он тоже хорошо используется, там довольно неплохая тяга, соотношение тяги веса и увеличенный больше, чем у F-16, боевой радиус у этого. Поэтому замена неплохая, но не базовая. То есть их можно, допустим, как-то взять те же 40 самолетов, выполнить боевые задачи, но основное все-таки перевооружение должно быть на F-16, так как FA-18 нет в таком количестве, в котором нам нужно для того, чтобы перевооружить.
вооруженные силы, по крайней мере, на этом этапе. Еще есть хороший момент. ФА-18 может нести ядерное оружие. Допустим, бомба Б-61-12, очень хорошо, они ею работают. А в будущем нам надо после вступления в НАТО или, по крайней мере, после выполнения определенных задач, нам надо восстанавливать ядерный статус. И один из вариантов — как раз расположение на нашей территории Украины, расположение ядерных зарядов натовских. Их около сотни надо иметь, а для того, чтобы ту же бомбу поднять в воздух, нужен носитель. Так вот, ФА-18, он может нести эту бомбу. Б-61-12 — это новая авиабомба, корректируемая, то есть с ядерным зарядом, да, там по полмегатонны есть некоторые позиции. Потому, ну, неплохой, по крайней мере, одну бригаду можно иметь в пасе. Ну, дивіться, з вашої відповіді просто я так зрозумів, що це навіть за деякими характеристиками кращий літак, аніж F-16. Він потужніший, він більше має навантаження, він може нести додаткові бомби, скажімо так, на своєму підвісі. Це з вашої відповіді, я так розумію. Єдина недолік — це в тому, що їх просто менше кількості в світі загалом є, ніж F-16. Відповідно, це здорожчує, в принципі, його експлуатацію. От я такий виношу для себе висновок. Проте Анастасія Дощ, наша глядачка, уточнює, а це ж навчання має бути на цих літаках так само. Скільки по часу воно займе, скільки всього треба літаків в ідеалі, і коли вони можуть бути, зрештою, з Австралії? Хоча я розумію, що, напевно, ну, на цю відповідь в кращому випадку президент України знає, а то і він не здогадується до кінця, можливо, цієї відповіді. Переучити льотчиків, з нуля ніхто вчити не буде. Переучити льотчиків можна за 3-4 місяці на любой самоліт. Любой льотчик-істребитель 1-2 класу, він на любой за 3-4 в зависимости от задач. Там даже можно еще пусти, задачи будут уменьшены. То есть то только по земле, только по воздуху работать, ну, исходя из того, как будут использоваться эти самолеты. То есть 3-4 месяца на этот самолет можно переучиться, получить его тоже можно за 3-4 месяца. То есть, в принципе, ничем не отличается передача от передачи F-16 на данном этапе. Еще раз повторюсь, 40 самолетов — это оптимальный вариант для того, чтобы разворачивать базу как минимум с двух-трех основной, запасной аэродром, техника-эксплуатационная часть по обслуживанию этого самолета. В Европе есть заводы, которые могут проводить регламентные работы, то есть недалеко гонять придется рядом. Потому вот это время, 3 месяца, мы можем и передать самолетов, она также может быть подготовлена как раз за 4 месяца и перегонкой или переброской их в состоянии, допустим, даже морем в Европу, а дальше уже нам. Можем сейчас параллельно, допустим, тех же 40 летчиков, этих 40 самолетов, начать готовить с нашим летчиками, которые готовы сейчас на F-16. Опять же, в Европе. То есть ФА-18 есть и в Европе, и спарки есть, и есть тренажеры. Наземные тренажеры, имитаторы полетов. То есть, в принципе, неплохое будет решение параллельно получить. Но нам таких самолетов надо, допустим, вести для того, чтобы... Скільки, пане Романе, тому що от не почув, попрошу вас теж поправити знову мікрофончик. Скільки, ви кажете, загалом на літаків потрібно? Нам треба 5 бригад. 200 літаків, так спробувати. 200 самолітів, по 40 самолітів в бригаді, 5 бригад, 200 самолітів. Ну так, працювати, як то кажуть, ще є на чим. Продовжимо і ми працювати, друзі, а ви пишіть запитання. Власне, паралельно із тим, що сталося з Каховською дамбою, із руйнуванням греблі, сталася ще інша подія, про яку ви неодноразово в ефірах говорите як про небезпечне явище, а саме відновлення потоку через аміакопровід Тольятті-Одеса. І ця новина, вона дещо так затьмарилася, скажімо, вибухом Каховською дамбою. Проте вже дві доби, як циркулює ось ця новина про те, що в населеному пункті Масютівка, котра в Харківській області, Купінський район, там внаслідок боїв, а там ми знаємо, за зведеннями Генштабу зараз інтенсивні бої зі
зіткнення в Масютівці, було підірвано аміакопровід ось цей, власне, Тольятті-Одеса. Тобто, а, наскільки це небезпечно, пане Романе? Б, я так розумію, що будь-які розмови про прокачку аміаку Україною, і тим паче після ще й підриву Каховської дамби, ну, взагалі, в принципі, можна знімати, хоча їх і до цього варто, напевно, було би знімати, не давати Росії будь-яких можливостей для заробітку, але зараз їх, в принципі, існувати не може. Ну, это вопрос. Дело в том, что труба идет из Тольятти российского через Валуйки на Купянск и дальше на Балаклею и уходит в сторону Запорожья и на Одессу. Сама труба, это небольшая труба, там 20 чем-то сантиметров под большим давлением прокачка аммиака. Аммиак – это производная от газа, производится он на Тольятти Азоте, это такое градообразующее предприятие самого Тольятти. Без него весь город практически останется без трусов, не будет чем зарабатывать. Потому для Путина и для россиян очень важно производство аммиака. Еще раз повторюсь, он производится из газа. Это полуфабрикат, из которого потом производится там аммиачная селитра, карбамид, как-то по-другому они там называются, на химпромах. Но именно этот аммиак две американские компании забирали в Одессе, и они непосредственно, и есть технология, они непосредственно без перевода его в другое состояние впрыскивали у себя, впрыскивали в почву, напитывая почву аммиаком, вот этим аммиаком. То есть он сразу не как полуфабрикат, а ими использовался как уже удобрение. И вот именно эти компании американские были зачинателями вот этого, всей этого движения, с одной стороны, со стороны американской, ну а Путин, естественно, ему важно Тольятти Азот, так как Тольятти Азот входит в общий холдинг, это Уралвагонзаводы, или как Путин имеет к этому отношение. То есть эти деньги, которые получали бы от американцев Тольятти Азот, как капали Путину лично в карман. Потому он был лично заинтересован в прокачке этого аммиака. Американские компании, одна компания там рядом постояла с республиканской партией, вторая компания постояла рядом с демократической партией, потому было прямое, так сказать, рычаги управления этих двух компаний, и от Путина в том числе, вот завязка через аммиак. Но после того, как повредили трубопровод, там несколько тонн аммиака ушло в воздух, аммиак сразу испаряется, облако и уходит. По большому счету это небольшая проблема. Во-первых, небольшое количество аммиака было сброшено, там сразу отсечные клапана срабатывают, и вот тот участок трубы, который поврежден, вот из него только выходит аммиак, а вся остальная труба, там тысячи километров у нас трубы, лежит по Україні, вона під давлением остається аміака. А от те, що виходить, наскільки це небезпечно для цивільного населення? Якщо рядом знаходиться, це, звісно, опасно. Але після того, як він розсіявся, це вже не опасно. Це, ще раз повторюсь, це той продукт, який непосредственно впрыскивається в почву. Ну, тобто, по большому счету, він розсіявся і ніякої проблеми він вже не создає нікому практично. Хоча вже Это облако, которое вышло из этой трубы, ушло в сторону оккупированных территорий. На россиян оно и пошло. Зацепили, скорее всего, при обстреле. Поздно, но в районе, я так понимаю, в районе перекачивающей станции. То есть тогда, когда она выходит на поверхность. Потому что в основном труба идет под землей. А вот в местах выхода на поверхность, возле станции перекачки и контроля, вот там она выходит на поверхность, и там, скорее всего, ее и зацепили. Причем на второй и на третий день, опять же, были прилеты. Восстановить ее можно, и можно быстро восстановить, по моему счету, если будет стоять задача, потому я бы не сказал, что уж полностью снята проблема по поводу аммиака. Аммиак опасен будет, если он будет перекачан на Одесский портовый завод, а именно он является одним из механизмов по загрузке аммиака уже, а он единственный практически, загрузки аммиака в аммиаковозы на корабли. И вот там, если будет достаточное количество аммиака, и туда что-то прилетит, или там что-то взорвется, вот это будет проблема для Одессы и для всего побережья. А это надо однозначно. Ну, во-первых, это точно надо не допустить ни в коем случае прокачки. Ну и второе, а вернее, самое основное,
это не допустить получения денег россиянами за этот аммиак. У нас остается еще три трубы. Это газовая труба, это нефтепровод «Дружба», который из-под Мозыря Белоруссии через Украину, мы качаем нефть в Венгрию, такую любимую всеми Венгрию, никак не хочет нас видеть ни в Евросоюзе, ни в НАТО. Еще мы на Венгрию качаем параллельно с, нефти, с трубопроводом «Дружба», еще и качаем дизель из того же Мозырского завода. То есть еще и этот ничего не снабжаем. Помимо того, что основная часть денег уходит россиянам за прокачку, еще и снабжаем за перевалку. И первый передел, как минимум, еще и белорусский режим. Ну а получаем деньги за прокачку с венгерского банка. Это очень интересную схему придумал. Россияне венграм платят, венгерский банк как-то нам оплачивает эту прокачку. То есть очень интересно. То, что разведка у нас до сих пор сопли жует по этим вопросам, но это к ним вопрос после победы. Запитання багато, і запитання ці з'являються і внаслідок того, як так сталося, що росіяни оволоділи і дамбою Каховської ГЕС, що це призвело зараз до великої трагедії. Ну, звісно, вони так чи інакше циркулюють, ми не можемо заперечити, що в реальності ці запитання є. Пане Романе, наближаючись до завершення нашого спілкування, маємо ще дві хвилинки. Коротка ваша оцінка від Андрія Розмана, запитання. Скажіть, будь ласка, чи згідні ви з тим, що краще після нашої перемоги створити військовий союз із надійними партнерами, типу Польщі, Сполучених Штатів, Великої Британії та країни Балтії, ніж бути в НАТО, в якому є і Угорщина, те, що ви щойно згадували? Ні, такого роду союз нам нічого не дасть. Іменно натовська, НАТО як общий союз. І ті отношення в самому там союзі, вони можуть нас, так сказати, підтримати. Потому что в рамках НАТО мы можем получить ядерный статус, восстановить и получить себе ядерное оружие. Нам нужно не НАТО, не союз какой-то, не еще что-то. Нам надо получить, вернуть обратно ядерный статус. Как только у нас будет хотя бы сотня ядерных боеголовок, все прекратится. Никаких войн на нашей территории точно никогда не будет. Ни одна страна в нашу сторону просто не посмотрит. То есть то, чего нас лишили первые два президента, вот они должны в гробу переворачиваться каждое утро. Утро у них должно начинаться с переворота в гробу. Ну, пане Романе, ну давайте уже не будем такую риторику використовувати. Я все розумію, але... Нет, все это все понимают, но сотни тысяч жизней украинцев, они на их совести в том числе, и на совести всех президентов нынешних. Больше 100 тысяч украинцев погибло из-за многих причин, и первая из них – это как раз потеря статуса, последняя причина – не введение военного положения. То есть вот целый ряд причин, и мы потеряли больше 100 тысяч жизней и 10 лет оккупации, по крайней мере, части территории. То есть здесь надо это тоже прекрасно понимать. И вот надо восстановить ядерный статус. Восстановить ядерный статус можно только вступив в НАТО, либо произведя, это уже другой путь, произведя ядерное оружие, либо спросить у израильтян, где они взяли и взять там же. Ну так, ну зрештою, з цього всього набору вступити в НАТО виглядає найбільш реальним, найбільш легшим. Пане Романе, дякую, що долучилися до нашого стріму. Нагадую, це Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт, льотчик-інструктор в ефірі радіо НВ був. Напродовж години відповідав на ваші запитання. Спасибі вам, пане Романе, бережіть себе. І я дякую вам, шановні наші глядачі та слухачі, що ви долучилися до цієї розмови. На сам кінець її перегляду на Ютубі поставте, будь ласка, їй лайк, щоб потім уже в записі більша кількість людей також її прослухала. Тому що, ну, немало, але лише четверта частина з тих, хто дивиться, поставили уподобайку. Не цурайтеся, підтримайте нас. Мене звати Василь Пихньо, спасибі, що ви з нами. На все добре, друзі, та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.